О, привет! Какие у вас велики клевые! Вы не дадите покататься? А ты нам что, ноги дашь свои походить? Сыночек, а что случилось? Мам, купи мне велосипед. Марк, ну ты пойми, мы сейчас просто по деньгам не потянем. К тому же ты не умеешь кататься. Конечно, не умею. У меня ж нет велосипеда. Эта песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова удержу домик у моря. Мамуль, а можно я надену твои сережки с рубинами? А? Смотри, как они классно подчеркивают скулы. Ты даже без рубинов. Конечно, бери. Только, Марк, своди на велосипеде покататься. Подожди, в смысле своди? Я вообще-то иду в ботсад на свидание. Прекрасно. В ботсаду хороший велопрокат. Ладно, я что, буду как разведенка? С прицепом? Сергей, ни за что не поверишь, что Марк мой брат. А ты будто похожа на то, что под парту родила. Возьмете Марку на прокат велосипед и научите его кататься. Его еще учить нужно? А что, самое крайнее или что? Слушай, а действительно, что ты? Давай я схожу с Марком, а ты пока белье развесишь, постираешь, уберешь, приготовишь. Договорились? Идем. Может, 300 гривен возьмешь? Или за свои брата покатаешь? Держи. Сдачу можешь оставить себе. Совет будет гораздо полезнее, если ты прожуешь. Я говорю, стукни ее, как телевизор. Ну, я, в принципе, ничего умного не ожидала услышать. Во! Свинья. Да. Походу, мастера надо вызывать. Марь, может, ты закончишь есть халявную колбасу и сам починишь, а? Жены! На один выходной! Не, ну я не отказываюсь. Давай найдем время через день, 2-3, и я починю, все сделаю. В таком случае, уважаемый, потрудитесь заплатить за проживание и за еду. Сколько вы у нас там живете? Месяц, два? Ну, я, в принципе, могу и сейчас починить. Да что, у меня последний выходной в жизни, что ли? Вот и приступай, Боря. Не, ну, братан, ты ж понимаешь, зачем нас Андрюха зовет? Конечно. Он мне сбрасывал переписку с каким-то Антоном. Я, конечно, ничего не понял, но походу будет махач. Сто пудов. Наваляем этим ложкам по самые ананасы. Ага. Вчера боевичок посмотрел. Так сейчас вообще кулаки чешутся. Ладно, бывай. Давай. Записался в школу Канкана? Чё надо? Слушай, Никит, а ты не хочешь сегодня провести замечательный выходной день? Вот с любимым братом пойти погулять в парк и научить его кататься на велосипеде. Угу, прям выходной моей мечты. У меня вообще-то сегодня свои дела есть. Угу. А если с вами пойдет гулять 200 гривен? О, в такой компашке вообще могу куда угодно пойти. По рукам.
Ну что, Марик, пойдешь с Никитой? Дай-ка подумать. Точно. У меня ж нет выбора. Ой, не ной, пожалуйста. Все. Все будет хорошо. Пока. Давай. Короче, малой, тут такое дело. Короче, пойдем к бабушке. Зайдем, пока она после завтрака храпака не затянула. А зачем нам бабушка? Мы что, с ней на перегонки будем ездить? Боря, ты что творишь? У тебя что, приступ вандализма? Жанна попросила починить машинку. Так, я не понял. Вообще-то я тут все чиню. Да, я нормально сделаю. Жанна, тихо, я только за. Но Жанна меня попросила, если она отменит. Ладно. Сейчас отменит. Попросили его. Никуда я не пойду. У меня тут Буйницкий внука своего убил во сне Галины. А ты предлагаешь идти внука учить на велосипеде кататься. Бабуль, ну пожалуйста, на тебе весь сериал скачаю в хорошем качестве. Ты хоть лица их рассмотреть сможешь? Я лица не различаю уже после шестого десятка. Так что мне и так нормально. Бабуль, ну пожалуйста. Я тебе поражаюсь, Никита. Идешь к старой одесситке со сделкой, даже не покумекав, чем бы ее заинтересовать. Значит так, будешь целый месяц убирать у меня в комнате. Хорошо. И еще. Сделаешь вот, чтоб сайт этот работал, где всех одноклассников можно найти. Угу. И их всех там найдешь. А, ладно. Малой, побудешь с бабушкой? Мне сегодня дико важные дела, лады? Я рад, что у нас в доме заканчиваются люди. Надеюсь, прохожим меня никто не доверит. А где ее на прокат? Вот 100 гривен, еще на мороженое хватит. Когда мы пойдем? А куда? Милый, ну ты же таксовал всю ночь. Тебе лучше пойти поспать. А Боря? Боря просто мне под руку попался. Вообще-то я первый, кто должен попадаться тебе под руку, если здоров и не умер. Ну хорошо. Если для тебя это так важно, чини на здоровье. Но я тебя прошу, сделай это за сегодня. У меня только один день на уборку, пока нет постояльцев. Вот увидишь, еще и ужинать никто не захочет, а стиралка уже будет работать. Боря, уходи, стиралку я сам починю. Отлично, тогда иди дернешь меня, у меня тут, походу, руку защемило. Здорово. Здорово, ну что там за света у тебя? Так, кольки мои, какой-то олень в нете клеится. Ну, мы с ним списались, договорились встретиться, поговорить. Ну, отлично. Значит, сегодня стопудово кому-то пару борщей в лицо оформлю. Да там малолетка какая-то. Придут школьники, ты что, их бить будешь? Ну, максимум пару пенделей дадим, да и все. Не знаю. Лен, да не чуди, он классный. Он красивый, походу, еще и богатый. Все, он же здесь. Все, да, конечно, перезвоню, давай, все. Привет. Ты Сергей? Ну, если ты Лиза, то я Сергей. Я Лиза. Красиво. Ну что, может, по парку прогуляемся? Ты как, не против? Ну, конечно, не против. Гулять по паркам – это мое любимое занятие. Здорово. Пойдем. Thank you.
знаешь, что делали египтяне, когда затаскивали на пирамиду булыжник? Шли за следующим. Повесь карниз. Вторые сутки не могу шторы повесить. Женечка, я бы с удовольствием, но Лене это не понравится, а ведь хозяин в доме, он... Леня, чинить стиралку. Я не могу ждать, у меня завтра приезжают постояльцы. Джанет, ну я на день взял у Никитки планшет-фильм посмотреть. Видишь? У меня нет времени перечислять все тысячи причин, по которым ты должен мне помогать. Посмотришь фильм потом. Жанна! Марк, запомни, сначала решаются финансовые вопросы. А вдруг зеленый дороже, и что ты тогда делать будешь? А расскажите-ка, сколько стоит это удовольствие? 100 гривен в час. 100 гривен за час кручения ногами. Зеленый тоже? Даже оранжевый? Дайте на 15 минут. Нам хватит. Правда, Маркуша? Вдруг ты за час упреешь, еще просквозит. Вы простите, но мы меньше, чем на час, не сдаем. Оп. Ну это Шевдералово. За такие деньги ваш велосипед исцелять должен. Жень, я же вас не заставляю. У нас и так самые низкие цены в городе. Дешевле уже не будет. Ой, какие все жадные стали. Не могут сделать скидку пожилой женщине. Мы лучше бесплатно прогуляемся пешком. Пошли, Марк. Ну, Никита же дал тебе 100 гривен на прокат. Марк, какая разница, сколько денег дал мне Никита? 100 гривен – это дорого. Кстати, запомни эту фразу. Часто в магазине помогает. Зачем вы вообще сюда шли? Ну, как зачем? Посмотри, как другие катаются. Представь, что это ты. Быстрее научишься. Ты серьезно? Как скажешь, бабушка. Как скажешь. Ты когда книжку прочтешь, сразу начнешь чинить стиральную машинку? Конечно, дорогая. Как только дочитаю, сразу и начну. А ты не обнаглел? Я сказала, что нужно починить срочно. Срочно – это без перерывов на чтение книг, чаепитие и дневной сон. Вообще-то, я изучаю инструкцию. Если я о ней знать ничего не буду, я ж могу ее испортить. Нючка, ты можешь сделать хоть что-нибудь быстро? Быстро, как Боря? Это у него метушни много, поэтому кажется, что быстро. А по факту он только с седьмого раза все делает. А вот я спокойно инструкцию прочту и сделаю все с первого раза. Читай тогда, пожалуйста, побыстрее. А то в этой инструкции столько страниц, как будто на нашей стиралке можно в космос улететь. Да не переживайте, все будет сделано в срок. Дожить бы. Не понял? Что за... Что ты делаешь? Карниз вешать буду. А тут по утрам от жары в пепел можно превратиться. Давай слезай, я сделаю. Лёнь, ну что ты нервничаешь? Ну мне осталось тут дырки просверлить, да на саморезы поставить. Значит, мне на это много времени не понадобится. Давай я сам. Сам так сам. А у тебя неплохо получается. И
коротко о главных событиях нашего города. Сегодня в центральную городскую больницу поступило 13 человек с острым кишечным отравлением. Все они покупали молочные коктейли в центральном городском парке. Главврач центральной больницы утверждает, что состояние больных стабильное. Да, мам? Не переживай, мамочка, все хорошо. Да. Мы не покупали никакие коктейли. Марк? Марк замечательно. А он только что покушал мороженое. Сейчас катается на велосипеде. Вот буквально рядом только что проехал. Да, мамочка, не волнуйся, все хорошо. Среди потерпевших оказался и хозяин ларька, где продавались молочные коктейли. Он отравился в попытке... Ты слышала, что по радио говорят? Так что, если проголодаетесь, там ничего не берите. Идите домой. Я вас дома покормлю. Мама, все, пока, целую. Марк, это мой младший брат. Он где-то катается на велосипеде. А вот... Нет, обозналась. Так, пацаны, повторяю еще раз. Никого не калечим. Стоим с грозными лицами. Только не ржите. Слушай, может, я вырублю кого-нибудь? Так, чисто для профилактики. А ты что так рвешься-то? Да я год на тэквондо ходил. Могу любому с места пяткой нос сломать. Показать? Так, не надо никому нос ломать. Просто пару лещей дали и по домам. Добрый ты. Я бы навалял. Да, Лиз. Да все нормально, катается. Кто? Ну, вон он, я его вижу. Сейчас позову. Марк! Марк! Ну, не слышишь, Лиза. Все нормально, не переживай ты, ну. Да, Никит, все в порядке, Марк рядом. Катается, все, давай. Ну, это же видно, у нас же каждый день в ванне с подушкой лежат. Ты карниз повесил? Жанночка, ну я же не какой-то испанский конкистадор, чтобы кого-то вешать. Я его установил. А, это хорошо, что ты повесил, потому что у меня через пару часов шторы досушатся. Стоп! Стоп, стоп, стоп! Сначала дела, а потом пиво. Так Леня ж там... Леня еще чинит стиралку, в доме дел по горло. На, вот я тебе список написала. Чтобы ты не ждал, пока я тебя найду, а сразу приступал к следующему пункту. Сейчас, подожди. Простите, женщина, вы как мертвая сидели. А вам что, нравится мертвых трогать? Да нет, я смотрю, вы одна на набережной, вот я и подумал. Почему одна? Я с внуком. Все, Марк, извините. Ты где? Марк! 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 Шорты поразевали, чудо никогда не видели. Марк! Ты иди сюда, его сразу раз. Запатлы беру, головешка об колено, опа-на, и все, этот бык уже не рыпает. Красава! Все. Алло.
Слышь, это же не они? Или семиклассники начали гормоны жрать? Хорошо, что Никитка с нами, да? Пацаны, извините, мне надо бежать, у меня там брат потерялся. Ты что, какой бежать? Ты же обещал им навалять. Он реально пропал. Если я его не найду, мне капец. Никита, стой! Никита, стой! Подожди! Привет, пацаны. Слушай, что-то у меня так ноги ноют. Может, посидим где-нибудь? Да, да, посидим, конечно. Ну вот, посмотри, хорошее место. Круто. Садись. Отличная лавочка. Прелесть какая. Мороженое хочешь? Не откажусь. Я знаю, тут недалеко ларек. Продают очень вкусное мороженое. Главное, за копейки. Да ты прям мысли мои читаешь. Я вернусь скоро. Подождешь? Лен, привет. Да не спрашивай. 2 часа по этому саду шастом. Я уж притворилась, что у меня ноги болят. Он, представляешь, предложил на лавочку. Подожди, мне на второй день брат наверил. Ну что? Что? Так, я сейчас буду. Ты только маме не вздумай звонить. Черт. Сережа, мне нужно отойти срочно. Я постараюсь очень быстро вернуться. Подожди меня в каком-нибудь рейстике. Хорошо? Леня! 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 Подъем! Леня, где твоя тачка стоит? Я хочу яму во дворе засыпать. А то в этом болоте скоро лягушки квакать будут. Не трогай, я ее сам потом засыплю. Завтра постояльцы приедут. Будут опять через лужу прыгать. У нас все-таки дом отдыха, а не полоса препятствий. Я все сделаю. Сидеть и ничего не делать. Леня, не знаю, как тебе, а мне на четкую картинку приятнее смотреть, даже если это новость. Боря! Не испытывай мое терпение. Сделаю я тебе телевизор, слезай! Ладно, ладно. Как говорится, работа не коньяк. Можно и другу подарить. Дерзай! Антенна твоя! Шутка. Лиза! Где ты ходишь? Опять свое отражение залипло. Я бы на твоем месте молчала бы в тряпочку. Как можно потерять брата? Я вообще-то его не терял. Да? А что сразу бабушка? Я вообще не должна была с ним идти, правда, Лизок? Так, давайте просто его найдем. Иначе нам всем капец.
Слушай, бабуля, а ты вообще звонила ему? А у него что, телефон есть? Вообще-то есть. Бабуль, чтобы ты знала, сейчас у каждого ребенка есть телефон. Давай, звони. Вообще, при каких динозаврах ты жила? Звони! Алло, Март, ты где? Я не знаю, здесь дома и дорога. Мне бабушка сказала смотреть, как другие катаются. И я так засмотрелся, что потерялся. А еще за мной ходит какой-то непонятный мужик в черном плаще. Марк, Марк, все хорошо, не переживай, мы сейчас за тобой придем. Ты просто спроси у кого-нибудь, где ты находишься. Алло. Алло, Марк. Марк! Что? Ну? Ну что, все? Где нам теперь его искать? Что все-то? Что, все, разрядился телефон у него. Я виноват. Ты виноват. Я виноват. Ты виноват. Как дела? Работаем, Жанночка, работаем. Чуть там, чуть сям. Спасибо, Борь. Честно говоря, от тебя такого вообще не ожидала. А-а-а. Потом можешь открыть свой пивас. Что творишь, урод? Ну иди сюда. Извините, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы не подскажете, вы не видели мальчик такой маленький в шляпе в голубой футболке? Простите. Да, Сереж? А ты уже сел где-то? Еще в ботсаду? Ага. Я еще занята. Я тебя наберу, как только я освобожусь. Угу. Простите, пожалуйста, вы не видели мальчика в шляпе в голубой футболке? Вообще-то слепой. Простите меня, ради бога. Нет, не видел. Вот козел! Пожалуйста. Какая замечательная группа дельфинов. Да, да, да. Милейший, можно мне на секундочку ваш бинокль? Да, при огромном удовольствии, мадам. Пожалуйста. Редко, когда встретишь такую замечательную группу дельфинов. Мадам, дельфины там. Да шо мне ваши дельфины? У меня внук пропал. Дельфины. Ты серьезно? Ты до сих пор мусолишь эту инструкцию? Дорогая, ну во всем же должен быть порядок. Вот сейчас дочитаю и начну детали сортировать. Да уже вечер, скоро, а ты еще не приступал. Пока ты здесь в конструктор играешь, Боря во дворе яму закопал, антенну починил и дров нарубал. В смысле, Боря? Ну вот в таком смысле. Пожалуйста, ускоряйся. Постояльцы на грязных простынях спать не будут. Ну что теперь? Марка не нашли, телефон выключи. Нужно звонить маме. Мы все ей объясним. Вот только звонить ей точно не надо. Вылетим все из дому раньше, чем начнем что-то объяснить. Стопэ, стопэ, подождите.
А что, я-то точно не вылечу, я тут вообще ни при чем. Ох, да ничего. Ты маме пообещала, а ты его потеряла. Ни себе чего. Хотя не факт, что мне тоже не прилетит. Вот. Это Марк. Алло? Марк, ты привет, а ты где? Что случилось? Он в магазине телефон заряжает. Слава богу, хоть один внук с мозгами. Слушай, Марк, а возле какого ты магазина? Мы сейчас... В смысле не скажешь? Громкую связь. Марик, привет, это Лиза. Скажи нам, где ты, и мы за тобой придем. Не надо. Я сейчас позвоню маме, она меня заберет. Не нужно звонить маме. Я сама тебя отведу, хорошо? Я очень устал. Мне страшно. И не хочу, чтобы меня снова потеряли. Я все-таки, наверное, маме позвоню. Погоди, внучок. Возьмем мы тебе этот твой зеленый велосипед в прокате, как ты и хотел. Нет, не хочу в прокат больше. Домой хочу. Ай, правильно. И к черту этот прокат. Давай мы тебе этот велосипед купим. В смысле купим? Хорошо, давай. Вы знаете, где магазин Ольга? Да. Ты там будь и никуда не уходи, мы сейчас придем. В смысле купим? Ой, да успокойтесь вы, как будто первый раз мозги ребенка смотрите. Ты что творишь, а? Пиво выдуваю. Хватит меня дурить. Я тут работаю, бегаю, дрова рублю, яму засыпаю, а ты, Жаня, врешь, что это ты делаешь? Я еще всем рассказываю, что я египетские пирамиды построил. Лень, тебе поспать. А, тебе смешно, да? Повторяю еще раз. Если ты еще что-то тронешь в этом доме, я типа... Я тебя ударю. Ты успокойся. Успокойся, герой. Захочу, успокоюсь. А захочу, нет. Понял? Понял. И не указывай мне, что тут делать, слышишь? Слышу. Ты отпусти. Спасибо. Ты живой там вообще? На себя посмотри! Шизоид какой-то. Ну, наконец-то мы тебя нашли. И всю Одессу обегали. В следующий раз предупреждай, когда захочешь потеряться, окей? Это мне? Конечно, тебе. Кому еще? Да вы самые лучшие на свете! Ой, да ладно, уже садись. Давай, то за 2 часа не накатаешься. А почему у меня только 2 часа? Маркуша, велосипед — это очень дорогая покупка. А вдруг тебе не понравится? Ты сначала попробуй, а мы потом подумаем. Да, брател, мы свое слово держим. Просто нам нужно кое-какое время. Какое время? Я все понял. Вы меня дурите? Хорошо. Если не будете держать свое слово, я не буду держать свое. И все расскажу маме. М? Ладно. Будет тебе велосипед. Вы мне говорили про велосипед, а не про это. Но ты шо? Отличный агрегат, раритетный. Не каждый может себе позволить кататься на антиквариате. И потом, если ты не помнишь, никто не говорил за новый велосипед. Рам Исаакович. Может, на старой дружбе. Блин. Thank you.
Все, Марк, можешь забирать свой велосипед. Мы с Авраамом Исааковичем договорились на все деньги, что у нас есть. Отличненько, так я ушла. Пожалуйста, будьте возле дома, больше не теряйтесь. Все, я тоже пошел. Все, счастливо. Эй, ну вы куда? Подождите, а кто будет учить меня кататься? Ну я ж на таком не умею. Шо? Я тебя могу только на трехколесном научить. О, малой! А ты меня за пивком в магаз не сгоняешь? Мне не продадут. Да и кататься я не умею. Точно, точно не продадут. А ты мне велик не дашь, я сам сгоняю. Я вам велик, а вы меня научите кататься. Идет. Только я вначале сгоняю по-быстрому. Так а то под пивку оно как-то и учить интереснее. Прости. Прости, у меня была такая жесть, я тебе все расскажу. Идем за Пашей. Постой. Мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Мне трудно говорить. Ты мне нравишься, правда. Но мне почему-то кажется, что тебе больше нравятся мои деньги. Что? Я устал обжигаться. А чего ты взял? Вот меня твои деньги вообще не интересуют. Ты мне тоже понравился, когда мы по парку гуляли. А мне нужно было уйти, у меня брат пропал. Ну да. Как только я предложил посидеть в ресторане, а не на лавочке, он тут же нашелся, да? Ну да. Знаешь, я еще более нелепого вранья не слышал. Да я тебе правду говорю. Хороший довод. Лиз, совет тебе мой. Научись влюбляться в душу, что ли. Не в толщину кошелька. Прости, у меня... Столик на одного. Здорово, пацаны. С вами все в порядке? А то я вам дозвониться не могу. О, наш знаменитый ЦИКа-боец. Слышь, а ты можешь показать свой фирменный прием, там, где все боятся твоей удаляющейся спины? Да ладно, пацаны, у меня реально брат пропал. Ну окей, если вы мне не верите, дай мне телефон этого качка, я ему... Да я им всем наваляю. А зачем телефон? Вон они сидят. Хорошего вечера, дружище. Сейчас, малой, я тебя научу. Будешь тут Тур де Франс устраивать? Еще. Держись. Погнал. Быстрей. Быстрей. Быстрее. Да отпусти ты его, что вы как девочки. Слушай, помолчи, а? Иначе я тебе... Пап, держи меня. Держу, держу, сынок. Держу. Лёнь, ты стиралку починил или... А тут и конь не валялся. Туза. Лёня, ты почему не чинишь стиралку, а? Ой, я ж совсем за таблетки забыла. Пойду приму. Там, скорее всего, какая-то ошибка в инструкции.
Просто они пишут. Так почему ты до сих пор не занят ее поисками? Мне это надоело. Я лучше обращусь к человеку, который действительно работает. Боря! Боречка, почини, пожалуйста, стиральную машинку. Так, никуда он не пойдет. В этом доме я хозяин, и я здесь все чиню. И сараи, и антенны. Лень, можете все-таки поспать? Два дня на ногах, оно как-то, знаешь. А я не хочу спать. Да? Я хочу услышать, как ты расскажешь, кто здесь на самом деле все сделал. И дров нарубил, Лень, яму засыпал. Боря! Боря! Да, я ничего не делал. А что мне делать? Ты мне даешь задание, приходит вот оно, и все у меня забирает. Что мне делать? А тебе здесь делать ничего нельзя. Это мой дом, и я здесь хозяин. Стоп, хватит! Вы что, в 7 классе? Мое, не мое. Вы представляете, как вы меня подвели? Я сказала, стиральная машина в первую очередь. Тебе сказала все делать по списку. Пока Леня чинит стиралку. Жан, так почему же ты мне не сказала? Я же в этом доме. Хватит, прекратите. Сейчас оба берете тазики и стираете все белье вручную. Ну, Жан, все, я сказала, быстро. Иначе весь вечер будете держаться за руки. Мам, я научился кататься. Молодец. Молодец, отдавай велосипед, у кого брал. И пошли домой. Мам, это мой. Откуда? Мне Лиса, Никита и бабушка подарили. Подарили? Лёнь, ты прости, что я работу за тебя делал. Я ж фактически на шее вас вешу. На твоем месте я бы вообще себя выгнал. Ну, в смысле, ты понял, что я хочу сказать, в общем. Классный ты муж. Ты тоже классный мужик, Борь. Ты прости, я думал, ты место мое занять хочешь. Ты издеваешься? Занять твое место для того, чтобы что-то чинить? Если бы ты сидел и ничего не делал целыми днями, я бы тебя подсиживал. Что это вы тут делаете? Вечер добрый, барышня. Присоединяйтесь. Почему мы не придумали, за что мы ему подарили велосипед? Потому что очень обрадовались, что нашли его. Так, ну все хитрецы в сборе, остался последний. Никитушка, давай домой, в темпе вальса. Вся семья тебя уже ждет. Ага, хорошо, хорошо. Скоро буду. Спасибо, что дали договорить. Да что мы, звери какие-то. Семья — это святое. Так кому ты хотел ногой нос сломать, а? А вы куда? В парк. Погнали с нами. Мам, а можно мне с пацанами в парк на велосипеде? Чтоб ты опять потерялся. Пожалуйста. Ну, можно я с Никитой пойду? Ну, пожалуйста, мам. Во-первых, у Никиты еще нос не зажил. А во-вторых, солнышко мое, я тебе никому не могу доверить. Поехали, ребята. Маменькино солнышко снова светит только дома. Это песня о том месте, где сердца все бьются в такт. Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова удержу домик у моря.